Добрый день, вы на канале Ольги Швец. Полезнейшая пятиминуточка, стараюсь быть краткой. Очень часто в интернете, на ютубе и во многих других местах, социальных сетях я натыкаюсь на такую тему. А как же проверить подлинность вашего парфюма? Все бьются. Кто там ищет подвох во флаконе, в его пузырчатом стекле? Кто, значит, там в шлейфах и стойкости? Нет, ни пузырчатое стекло, ни такой шлейф, на который можно вешать топоры, не является залогом того, что вы пользуетесь чем-то полезным, натуральным, классным, здоровским и так далее. Итак, я уже не помню, на каком канале, но человека, который явно разбирается в химии, я нашла простейший способ, я обязательно сейчас с вами им поделюсь, потому что он великолепно прост. Вот. Если у вас возникают сомнения относительно качества вашего парфюма, все, что вам требуется, это есть у каждого дома, не надо никаких экспертиз, не надо никаких там претензий, просто легко и непринужденно берете вот такой комплект, салфеточка, ложечка и зажигалочка. Это все, что вам нужно для того, чтобы определить, чем вы пользуетесь, катанкой или настоящим. Вы просто напшикаете парфюм в ложечку, вот, собачка передает вам привет, вот, и просто поджигаете. Я рекомендую делать это в ванной, обязательно при включенной воде, потому что, как-никак, духи – это горючее такое нечто, и, пожалуйста, не рискуйте, то есть обязательно только ванна, обязательно включенная вода, чтобы, если что, у вас тут все было рядышком, да. Пшик-пшик в ложечку, подносим зажигалочку или спичку, как вам больше нравится. Парфюм горит почти незаметным голубым пламенем, почти незаметным, я уже проверяла. И если вдруг ваш парфюм начинает вонять сжёной резиной, бензином и прочее, у вас в руках катанка, как бы дорого она ни стоила, каким бы чудесным там ни было преподнесение ее вам в магазине, я показываю парочку ароматов, которые я уже протестировала. Они в порядке, я не побоюсь этого слова. Может быть, какая-то нота чуть-чуть химозная проскочила, когда у меня горела Си. Ну вот говорят, надо потрясти флакон, то есть там не должен телепаться. Вот я трясу флакон. Вы слышите, что он не телепается внутри банки, вернее, внутри коробки. Значит, производитель позаботился о том, чтобы флакончик был надежно защищен от света. Я не советую тем, кто не в теме, выкидывать баночки. Важно и полезно, вернее, выкидывать коробочки, сори. Быстрее хочу сказать, получается, как медленнее. Хочу без монтажа это выложить. И вот, парфюм надежно защищен от света и от перепадов температуры. Что мой любимый коуч, на который ждет лапочка, Сашечка, обзорчик, обязательно скоро сделаю. И вот это моя любимая чудесная, волшебнейшая штучка открытия Си, чудесным образом не катанная. Некатанный аромат пахнет деревяшечками, цветочками, маслом, кожей, чем угодно, но только не химией, не резиной сжженной, не бензином горящим. А вот, кстати, ароматики из фикс-прайса у меня зашмандили как раз вот резинкой, бензинком, и мне теперь понятно, почему они стоят 47 рублей. Это, ну, как сказать, это ваш личный выбор. Я покупала для того, чтобы брызгать на пальто, а не на свою кожу. Я это говорила, что именно пальтишко попшикать. Пальтишко попшикать – нормально. С собачкой погулять – нормально. Но то, что вы наносите на себя, то, что вы наносите на свою кожу. Одно дело, когда вы покупаете это очень дешево, и вы понимаете, что это не то. Другое дело, когда за катанку вы платите тысячи.